китайской провинции Хэнань произошел таинственный мощный взрыв. Поначалу в местных СМИ не сообщалось о подробностях взрыва, но позже заявили о предварительной версии: на воздух взлетел алюминиевый завод. Производство в городском уезде временно остановлено, всех рабочих эвакуировали. Экстренные службы уже на месте, пытаются потушить начавшийся пожар, о жертвах и пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.